Что происходит? Что происходит? Что со мной? Ребята, я не понимаю, что со мной происходит. Что это такое? Блять, я не понимаю. Что это такое? Помогите. Помогите, что это такое? Что со мной? Ребята. Ребята! Что это? Что это такое? Это бог. Это бог. Я знаю. Фу, блядь. Короче, ребят. Ты не ешь грибы, блядь! Потому что хорошим это не закончится. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Розе. Офигенная идея от Розе. Смотрите, у нас есть куча самолетов. Мне, короче, Кент дал права админа. Кент Александр Литвин, друг, знакомый по скаму, арендовал сервер. Сервер на 10 человек. Я хочу пригласить еще хотя бы 8 желающих, чтобы максимально реализовать этот сервер и устроить дуэль на самолетах. Вы понимаете, мы делимся по 2 человека. Кто-то будет за штурвалом, кто-то будет у нас с оружием. К примеру, первую дуэль я хочу реализовать на гранатометах. Ребята, это будет очень весело. Ну ладно, вы не обращайте внимания. Он малёха, короче. Ты не ешь грибы, блядь! Еще прикол, еще перед тем, как... Это вообще будет весело. Перед тем, как это, будем воевать на самолетах, мы все наедимся грибов. Первый раунд будет на гранатометах. Всем выдаются гранатометы, по 15 боеприпасов к ним. Пью. Я не могу, это весело будет. Второй раунд будет на РПК. И третий раунд... Не, ну это уже очень сильно на копьях я хотел. На луках. Ну я не знаю, ну решим, короче. Я оставлю ссылочку на телеграм-канал. Кстати, он у меня обосрался, походу. Да, обосрался, блядь. Ну, грибы, конечно, это же... Не ешьте грибы, ребят. Пишите, просто заходите в телеграм-канал, пишите «Я хочу поучаствовать». Все, что от вас требуется. Я вам скину в телеграм-канале ссылку на дискорд. Вы зайдете в дискорд, мы все обговорим, когда это все будет. Когда мы это все будем приводить в исполнение. С вами был Розе, всем до новых встреч. Обкуренный, ну подумай.